Мы старицу недавно посетили, с сердечным приступом больную увезли. Большие скорби в ее жизни были, и сердце надорвали ей они. Обняв ее, сердечно целовали, и передачу в тумбочку сложив, привет от церкви ей передавали, к беседе собираясь приступить. Вся в проводах, компьютер, диаграммы, вся синусоида рисует сердце ритм, но знаем мы, Иисус врачует раны, и старицу силен он исцелить. Так утешали. Но она с любовью на нас взирая за руку взяла. Я вымолила мужа, прошептала, и в вечность к Иисусу привела. И тот, кто пил, нещадно матерился, кто обижал и в церковь не пускал, к концу пути пред Господом склонился, к концу пути пред Богом на колени встал. Тут медсестра с уколами подходит: «Давай, бабуля, ляжешь на бочок». Мой взгляд упал на бабушкины ноги, и сердце сжалось прямо в кулачок. Я слышала, что могут быть мозоли, кто на молитвах длительно стоит. Но две мозоли, вспухшие до крови, меня повергли в глубочайший стыд. О, как я мало к Господу взываю! А как хочу все быстро получить! Я не до крови здесь еще сражаюсь, и сердце у меня не так болит. Прости, Господь, за ленность и усталость, что на коленях мало я стою, что оправдать сама себя стараюсь и что людей не так, как Ты, люблю. Колени старицы в мозолях с укором мне душу, разум, сердце бередят. Вновь на Голгофу устремляюсь взором, к ногам пронзенным направляю взгляд.